Здравствуйте! Время женщины на 49-м канале. Программа обо всем, что интересует женщину большого города. Для каждой мамы и ее ребенок самый красивый. И, конечно, каждая мама очень внимательно следит за внешним видом своего любимого чада. Отправляясь на сеанс красоты, некоторые мамы берут с собой в свою парикмахерскую и малыша. Но вот никак они не могут понять, что ребенку нужен свой детский парикмахер. Не мамин и не папин, а свой. И такое важное мероприятие, как поход в парикмахерскую, должно ассоциироваться с праздником. С самого раннего возраста малышу непременно нужен свой хороший, добрый детский парикмахер. А поход в детскую парикмахерскую можно превратить в увлекательное развлечение для всей семьи. Зачем родителям ломать голову над тем, с кем оставить ребенка, чтобы уделить время себе любимым? Пока мастера будут работать над мужской стрижкой или модной женской прической, ребенок может увлечься в игровой комнате забавными игрушками, порисовать, поиграть в мячики или позаниматься на спортивном комплексе. Сегодня не только на Западе, но и у нас появляются парикмахерские, специально оборудованные для детей и их родителей, где учитывается все – от уютного, ярко оформленного помещения до безопасных инструментов. Но главное – все построено с учетом психологии ребенка. Но скажите, какой малыш, наигравшись в игрушки, откажется еще и посидеть в машинке? Или, скажем, на детском гоночном мотоцикле? И пусть мастер колдует над его волосами, это уже не важно. Главное, мультик на экране телевизора и кукла, которую тоже надо подстричь. А какие прически сегодня в моде, маленькие клиенты и сами знают. А тебя как зовут? Диана. Дианочка, а ты расскажешь нам, какие сегодня прически в моде? Корзинки, косички, королки, все. Я хочу, чтобы меня подстригли, как папу. В каком кресле ты у нас сегодня сидишь? В машине. В машине. А какую прическу мы тебе будем делать? Детские мастера терпеливо находят подход к каждой маленькой индивидуальности. Как кружево плетут они изумительной красоты косы. И весь процесс превращается в веселое и приятное времяпровождение. Ни слез, ни страха, ни капризов. Волшебство преображения, да и только. Я сама захотела корзиночку. Сеанс красоты никогда не проходит бесследно, а модный и стильный ребенок уверенной походкой, с улыбкой шагает по жизни. Фунтик. Парикмахерская для детей и их родителей. 1 июня будет отмечать свой первый день рождения. С 1 апреля по 31 мая каждый клиент получает купон «Розыгрыш призов» 1 июня. Фунтик ждет вас, малыши, и ведите за руку своих родителей на Ядринцевскую, 16. Когда родители задаются вопросом, какой должна быть детская мебель, список требований получается следующий. Легкой, экологичной, эргономичной, комфортной, ну и, конечно, красивой. Многовато, скажете вы, но что поделаешь, ведь порой неправильно подобранная детская мебель может навредить здоровью ребенка. Школа, домашнее задание, компьютер, интересная книга. Несложно подсчитать, что большую часть времени современные дети проводят в сидячем положении. И как следствие, нарушение осанки и ухудшение зрения. От 80 до 90% всей информации об окружающем мире мы получаем благодаря органу зрения. Справедливо отмечено, что ухудшение зрения и нарушение осанки у детей выявляются практически синхронно. Это можно объяснить тем, что функции глазных мышц и мышц тела взаимосвязаны. И не случайно практически все глазные гимнастики учитывают соблюдение определенного положения тела, положения головы, шеи, спины. Правильная осанка во многом зависит от нас самих. И уделяя внимание осанке ребенка, вы тем самым заботитесь о состоянии его зрения.
Стоит сказать, что проблемы с осанкой и зрением сегодня актуальны во всем мире. Немецкие специалисты по эргономике совместно с ортопедами и офтальмологами разработали систему мебели, растущую вместе с детьми. Высота мебели корректируется индивидуально под каждого ребенка. Анатомическая форма сидений стула позволяет держать спину в правильном положении. Столешница устанавливается под наклоном, что позволяет расслабить осанку и не перегружать зрение. Стулья свободно двигаются и отвечают за все критерии безопасности. Кстати, при выборе мебели обращайте внимание на качество, безопасность, долговечность, а также на то, как мебель будет воздействовать на здоровье ребенка. Офтальмологи, ортопеды и специалисты по эргономике нередко говорят: детская мебель должна быть умной и подвижной, такой же умной и быстро растущей, как и дети. Детская мебель из Италии, Дании, Германии в магазине «Чиполлино». Офисные системы фирмы «Моль» со склада в Новосибирске. Звоните 223-84-87. Магазин «Чиполлино» на Коммунистической, 1. В последнее время шоурумы, торговые центры, выставочные залы становятся своеобразной арт-площадкой для творческих людей. Художники, дизайнеры, поэты устраивают на импровизированной сцене творческие вечера, выставки. Красивые интерьеры как источник для вдохновения. Именно так поэтично мы решили назвать тему нашего следующего сюжета. Белая пешка пришла на H7. Холодно, скучно и хочется есть. Слон Фианкетта стоял на G7. Даму приветствую, черный как тень. Думает пешка, пойду-ка в ферзи. Поле одно мне осталось пройти. Что же важнее здесь, власть или еда? Следующим ходом не стало слона. Автор этого стихотворения мне, к сожалению, неизвестен, но согласитесь, что эти строки весьма созвучны подобным импровизированным арт-площадкам. В последнее время выставочные залы становятся своеобразной творческой мастерской, где делятся идеями, черпают вдохновение, ну и, конечно, изучают новинки мебельной моды. Время диктует свои правила. В интерьерной моде рождаются новые стили, но, согласитесь, неизменной и всегда популярной остается классика. Кухни в классическом стиле не теряют своей актуальности. Интерьер кухни в классическом стиле предпочитают те, кто ценит изысканность, изящество и надежность. Крупные фабрики сегодня изготавливают мебель на заказ с учетом размеров и планировки помещения. Фасады для кухни в классическом стиле, как правило, изготавливают из массива натурального дерева. Безусловно, дизайн классической кухни со временем меняется. Сегодня одними из модных направлений стали крашеные фасады и золотое патинирование. Дизайнеры в классическом стиле условно, конечно, выделяют как минимум 4 основных направления. Ампир с его монументальностью и имперской красотой, барокко с обилием декоративных деталей, рококо с характерными сложными формами, ну и, конечно, неоклассика, где прослеживается уравновешенная цветовая гамма и правильные пропорции. Классический стиль формировался на протяжении многих столетий. В нем удивительным образом гармонично сочетается роскошь и спокойствие. И если задаться вопросом, станет ли классический стиль когда-нибудь немодным, наверняка мы ответим – навряд ли, ведь он проверен веками. Левата Соли. Выставочные залы находятся по адресам Галущука, 2, ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50 и обновленный зал на Нарымской, 23, в Доме Охотника. Телефон для справок 2-205-300. Левата Соли. Не только для еды. Оскар Туальт однажды изрек: «У меня непритязательный вкус, мне вполне достаточно самого лучшего». Этот афоризм очень часто используют, когда речь идет о моде. Вот и мы, процитировав классика, перелистываем очередную страничку нашего модного тележурнала, и у нас рубрика «Обновка».
Весна – это время, когда женщины обнажают свои красивые ножки. Примеряя стильные головные уборы, они раскрывают свой актерский талант. У них кружится голова, и они кружат головы всем. В этом сезоне одним из самых модных элементов верхней одежды стало пальто. Стоит сказать, что этот вид одежды никогда не покидал наш гардероб. Но этой весной случилась настоящая революция, настоящий взрыв эмоций и красок. Прямые и приталенные, силуэты легкой трапеции, зауженные к низу, пальто-жакеты. Словом, все, кроме скучного, серого и унылого. Этой весной о пальто нужно говорить возвышенно и даже немного поэтично. Ведь дизайнеры подарили нам не просто практичный вариант одежды, они подарили нам настроение. Изучая новые коллекции, стоит отметить, что модельеры при создании пальто смогли угодить практически всем. Фасоны, длина, цвет – настолько разнообразные, что женщины любого возраста и любой комплекции могут легко подобрать модель, подходящую именно ей. Что касается материала, то пальма первенства этой весной принадлежит вареной шерсти. Этот особый вид ткани не вызывает раздражения кожи. В пальто из вареной шерсти не страшно попасть под дождь. Шерсть долго не промокает, и порой достаточно просто стряхнуть с нее капельки дождя. Ну и, конечно, было бы несправедливо не сказать о цветовой гамме, хотя вы сами все видите. Коралловый, красный, цвет топленого молока, сливочной карамели, чайные розы – это цвета любви, романтики и хорошего настроения. Без сомнения, новые коллекции стильных пальто завоюют сердца горожанок. Ведь пальто как нельзя лучше подчеркивают нашу женственность, утонченность и элегантность. В магазине «Мутон Люкс» грандиозная распродажа демисезонного пальто. Цены от 1000 рублей. Приходите, Зыряновская, 55. Подробности по телефону 206-02-94. Многие века именно из дерева изготавливалось практически все необходимое для любого дома. Ведь целебные свойства деревьев были обнаружены еще в древние времена. Существовали даже специальные гороскопы друидов, которые были основаны на особых свойствах деревьев. Секреты комфортного, уютного дома мы раскроем прямо сейчас. Интеллектуальная классика, английский аристократизм, французская романтика, итальянская роскошь, восточная экзотика. Что может легко и гармонично объединить разные стили и направления в домашнем пространстве? Теплая, живая фактура натурального дерева. У каждого сегодня свой рецепт создания уюта и комфорта. Но все больше людей выбирают мебель и детали интерьера, выполненные из натурального дерева. Ведь дерево – это часть живой души природы. Оно сохраняет тепло и положительно влияет на энергетику в доме. А сочетание светлого и темного дерева, эффекты старения, декапе, создают уютную атмосферу. Богатый декор с серебряной патиной в духе роскошной дворцовой архитектуры придает особый эксклюзивный характер. Витражи, выполненные в технике Тиффани, привносят в пространство яркие и в то же время теплые краски настроения. Дом – это отражение статуса хозяина, его вкуса и мироощущения. Так, к примеру, рабочий кабинет оформляется в сдержанном классическом стиле. Детская – в духе французской романтики. А гостевая подобна индийской сказке. Каждая деталь интерьера органична в едином пространстве и в то же время становится самостоятельным шедевром. Натуральное дерево позволяет создавать действительно стильное и неповторимое пространство, которое дышит природой и поддерживает живую энергетику в доме. Каждый день радует своих хозяев. Камея – гибкий подход и нестандартные решения, высокие технологии и мастерство исполнения. Салон эксклюзивной мебели «Камея». Итак, давайте знакомиться. Джоконда, сошедшая с картины великого да Винчи. Фантазийный королевский парфюмер. Чопранная Мадлен в наряде времен Марии Антуанетты.
шоколадница известного швейцарского художника Леотара, просто жук в коробочке и тропининская девушка с горшком. Все это авторские куклы ручной работы. Технологии изготовления кукол уникальны. Ручки, ножки, голова, шея. Каждый пальчик лепится из самоотверждающего пластика. Каркас проволочный, а само тело тканевое. Как говорят мастера, кукла получается теплая. При создании кукол не используется никаких заготовок. Все куклы уникальны и в единственном экземпляре. Аксессуары также сделаны вручную, специально для каждой конкретной куклы. Для работы с лицом мастер использует многоступенчатую роспись, пастельные карандаши и акварель. Для создания одной куклы порой уходит не один месяц. В своих нарядах эти нежные создания признают исключительно текстиль, только натуральный, иногда дополнительно расписанный или искусственно состаренный. Мастер наделяет их душой, и кукла начинает жить своей жизнью. И это уже не игрушка для детей. Это бесценный подарок. Это признание в любви, и это счастье, которое способно своим присутствием изменить и украсить любой интерьер, а порой и саму жизнь людей, которые стали счастливыми обладателями этого чуда, что зовется коллекционная кукла ручной работы. На этом у меня все. Это был наш последний сюжет. Смотрите «Время женщины» на 49-м канале каждое воскресенье в 10:30 утра. И в повторе в течение всей недели. И на сайте tv49.ru. До встречи ровно через неделю. Имидж-ведущий, салон красоты «Арт Деко».